Операционная медсестра Ольга Залесская больше 35 лет посвятила самой благородной и гуманной профессии. Но признается, что быть медиком не только почетно, но и ответственно. Каждый день в руках операционной бригады человеческие жизни, и нет права на ошибку, даже когда сам чувствуешь себя нехорошо. У меня в операционной открывается второе дыхание, когда я прихожу. Я могу себя плохо чувствовать, я могу что-то вот как-то... какое-то недомогание там. Но я захожу в операционную, я собираюсь волю в кулак, и у меня потом все получается, все идет так, как надо. Она первой заходит в операционную и покидает ее последней. Подготовить инструментарий, настроить оборудование, а после операции пересчитать и обработать все инструменты. На ней же контроль за стерильностью и порядком. Одним словом, именно операционная медсестра создает нужную атмосферу для работы хирурга. Операционная медсестра – это ключевой фактор успешной операции, потому что это фактически наши вторые руки, от которой зависит во многом исход операции. Качественно сделанная операция зависит от того, когда будет подан инструмент, какой будет подан инструмент, правильно ли будет понято, что нужно хирургу на данный момент. Да? Это очень фактор хорошо сделанной операции. Да? И мы, безусловно, очень ценим операционных медсестер. Обычно у нее в день до 6 операций. Некоторые, бывает, длятся по 5 часов. И все это время в условиях колоссальной физической и эмоциональной нагрузки она наравне с хирургом не отходит от операционного стола. Но о смене профессии даже не думает. Это любовь к своей профессии. То, что ты делаешь, то, что тебе нравится, ты можешь делать его честно и добросовестно. Я просто даже не представляю, как я буду где-то на каком-то месте работать на другом. В отделении хирургии ее считают незаменимым сотрудником. Если ассистирует Залесская, то любая операция пройдет гладко, уверены коллеги. Всегда читает и угадывает каждую нашу потребность, каждую потребность хирурга и действует фактически на опережение. Да? Мы еще не успели что-то попросить, и она уже приготовила там инструмент для конкретной манипуляции, да, это очень удобно, когда тебе не приходится отвлекаться на мыслями на что-то сопутствующее, а думать об операции, у тебя все готовое под рукой. Она за год, например, проходит 600-700 операций в одной операционной, плановых. 600-700 операций в год. И осложнений нету, благодаря ее профессионализму, благодаря ее требовательности. В городской больнице Анапы в год проводится до 7000 операций. И за каждой спасенной жизнью стоит не только хирург, но и боец невидимого фронта. Именно так медики называют операционных медсестер.